радуемся и возвеселимся вонь. Сей день Его же сотвори Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонь. И мудрость деяний святых апостол чтение. Шед Павел Кесарию, вошеду слава в церковь с Нигего, Антиохию, и сотворь время некое виде, проходя по ряду галатийскую страну и Пергию, утверждая вся ученики, Иудеи, женеца Аполос именем, Александрием родом, мог словесен Тригевый пес, силен цих книгов. Сей день оглашен пути Господню, и горя духом Богоше, и учаше известно, я же, о Господе, ведай том напущение Иоаннову. Сей же начав дерзать и на солнищах, слышавши же его Акила и Прескила, прияше его, и известнее тому сказаша, будь Господень. Хотящу же ему прийти во Ахаю, предпославши братьям, написаши учеником приятий его, и же пришед тама, способством много веровавшим благодатью, верда бою день пристоя обличаше пред людьми, сказуя Писанни Иисуса, быть и Христа. Мир тебе и Духове твоему, и мудрость. Аллилуйя, 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 ты Господи, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с небесе на землю возвестил. Воскресуще. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благослови Владыку, благовестителя святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Ох, молитвами святого славного всехвального апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Духу Твоему. Иоанна, святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, донде же свет имате, веруйте во свет, да сынами света будете, сия глагол Иисус, и отшед скрыся от них, талика знамение, сотворши Ему пред ними, не вероваха в Него, да сбудется слово Исаи пророка, еже рече, Господи, кто верова слуху нашему, и мышца Господникому открыся, сего ради не можаху веровати, не купаки речи Исаия, а слепи очи их, и о каменью есть сердца их, да не видят очима, не разумеют сердцем, и обратятся исцелю их. Сия речи Исаии, да видя славу Его и глагола о Нем, обачи убоят князь мнози вероваша в Него, но фарисеи ради не исповедоваху, да не сонмище сгна не будут, возлюбиши бо паче славу человеческую, неже славу Божию, Иисус же возвай речи,
веруй в мя, и не верует в мя, но в пославшего мя, и видя мя, видит пославшего мя, а свет в миру придух, да всяк веруй в мя, во тьме не пребудет, и яще кто услышит глаголы моя, и не верует, аз не сужду ему, не придух буду, сужду мирови, но да спасу.